Во Всероссийском детском центре «Океан» сработала пожарная сигнализация. Персонал оперативно покинул помещение, оставшихся в зданиях сотрудников лагеря эвакуировали пожарные и устранили условный очаг возгорания. Учения для вожатых «Океана» провели сотрудники МЧС России. В целях подготовки и проверки детских оздоровительных лагерей к началу сезона были проведены сегодня в лагере ВДЦ «Океан» учения с привлечением пожарных подразделений, пожарных машин, которые провели боевое развертывание, засекли время прибытия на пожар в случае возникновения. От практики к повторению основных правил безопасности специалисты чрезвычайного ведомства провели с вожатыми инструктаж по пожарной безопасности и показали, как пользоваться различными видами огнетушителей и пожарными щитами. Они универсальные, порошковые, для тушения всех там твердых горючих веществ. Один из главных пунктов в списке проверяющих – система предупреждения о пожаре. Все должно работать и быть на своем месте. Специалисты испытательной пожарной лаборатории осмотрели противопожарную сигнализацию, тревожные кнопки и громкоговорящие устройства. Также сотрудники МЧС России проверили состояние прибрежной территории лагеря. Цель инспектирования – контроль за соблюдением требований безопасности в области охраны жизни людей, находящихся неподалеку от водных объектов. На нашем океанском пляже есть меры безопасности, такие как спасательные круги, концы Александрова, есть спас-жилеты. Есть специальный разработанный план по выходу в море, что катерам, как и детям, которые проходят технику безопасности. Есть обученные сотрудники, у нас два матроса-спасателя, начальник тоже обучен. И сейчас мы взяли в штат капитана катера спасательного, который идет и прибудет к нам катер 25 мая. Проведенные учения показали качественную подготовку персонала к действиям при чрезвычайной ситуации и готовность Всероссийского детского центра «Океан» к приему детей на период летнего оздоровительного отдыха. Анна Бережная, новости на Восьмом.